Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня с вами смотрим серебро от питерской компании Яспис. Серебро у нас идет 925 пробы с чернением. Очень красивые и стильные украшения. Еще больше изделий смотрите на нашей виртуальной витрине. Доставку в любую страну, почта России с Дега Боксбери. Ссылочки для заказов все внизу есть под видео и закреплю в комментарии. Начнем мы с подвесочек. С вот такой меланхоличной улиточки. Такой прелестный рогатик. Подвесочка идет бегунок. Большая дужка под любую цепочку. Пробы все на дужках идут. Так, ну как сказала, все с чернением для большей фактурности. По весу 6 граммов, цена 1810. Следующий у нас очаровательная барышня русалка на веточке. По весу получается 6,5 граммов. Также идет бегуночком. Под любую цепь, под любой шнурочек по толщине. По цене 1830. Так, следующее. Нет, давайте, наверное, серег, потому что как раз или все вместе покажу. Комплект гимнастки может собраться. Смотрите, он идет в виде двух различных подвесочек и к нему серьги. Барышня с лентой, барышня с мечом и подвески барышни получается раздельно. Давайте с ленты начнем. Очень изящная гимнастка с ленточкой. По весу 3,3 грамма. Цена у нее 1150 рублей. Легенько, изящно, можно на подарок тем, кто как раз занимается данным видом спорта. Так, вторая барышня у нас с мечом. Тоже очень элегантная. По весу 3,2 грамма. По цене 1060 рублей. Так, и сережки. Обе барышни. Вот такая красота, смотрите. По весу получается 8,1 грамма, цена 2540. Замочки идут бублики на любую мочку. Пробы на серьгах. Все идут сзади на каждой серьге. Так, следующие лебеди. Символ любви, верности. Вот такие прелестные серьги. Здесь у нас идут вставочки эмаль. Лебедь идет один с белой эмалью, один с черной эмалью. Серьги асимметричные. Смотрите, какая красота. Так, по весу 7,8 грамма, цена 3080 рублей. Смотрите, белый лебедь идет на бубличке, на любую мочку. Тут все подвижно. Второй лебедь у нас идет на английском замочке, также на любую мочку, здесь места много. И перышко с черной эмалью. Тоже подвижная. Вот такая лебединая песенка. Так, весна потянула на романтизм. Много сегодня таких романтичных украшений. Серьги встреча. Мальчик и девочка, мужчина и женщина, кому как видится, возле своих домиков при луне. Вес серег. Получается,
Сейчас, секунду, здесь этикетка не очень. 9,7 грамма. Цена 2,990. Замочки, бублички английские, подходят на любую мочку. Серьги здесь подвижные. Так, ежечки. Милейшие ежечки. Тоже весенние, с такими вот шляпками, ромашками. По весу получается 13,9 грамм. По цене 400. Достаточно тяжелые. Сейчас покажу, за счет чего. Они двойные. То есть двусторонние. С другой стороны такой же ежонок. Получается достаточно толстенькие. Плотненькие. Замочки английские бублики на любую мочку. Очень милые ежата. Смотрите, какая прелесть. Так, коты-йоги. Смотрим, шикарные коты. Так, здесь серьги скобы, не очень удобно показывать за счет веревочки. Вот так попробуем. Коты-йоги. Сидят каждый в своей асане. Ловят, так скажем, дзен, спокойствие и так далее. На самом деле очень милые зверятки. Смотрите, какие улыбаки. Спокойные, расслабленные. В общем, шикарные котейки. Серьги по весу 9,3 грамма, цена 300. Ну, опять же, идея для подарка, кто любит котиков, либо йогу. Идут они скобочками, то есть здесь никаких, секунду, скобочки всегда показывать. Идут они на скобочках, то есть на любую мочку. Здесь получается занижение, ну и силиконовая заглушечка стоит. Пробы ищем на самих скобочках. Сидят шикарно. В принципе, эта заглушка торцевая, она не насквозь идет. Если надо, буду класть заглушечки, которые надеваются прямо вот сюда, чтобы, может быть, кого-то не заваривалось. Если тонкая мочка. Вот такие котейки. Далее вспомним детство. Шикарные у нас серьги. Винни-Пух. Так, наоборот надо. Сейчас покажу. Винни-Пух пошел за медом. И как раз вот его осы пчелки готовятся покусать. Серьги называются Сластена. Вес 9,4 грамма. Цена 3050 рублей. Винни-Пух на шарике. Дикая пчела уже с жалом тут летит. И бочка меда. Так, смотрим. Замочки на маленькую либо среднюю мочку. Все подвижно. Винни-Пух. И лапка у него тут тоже еще подвижная. И, собственно, сама пчела. Вот такая вот красотень. Так, далее. Шикарный набор с кианитом. Девчонки, ловите. Он был под заказ. Но отказались. Крупный, шикарный, натуральный здесь кианиты. Давно уже не было. Продаю комплектом. Размерчик кольца здесь 21. Серьги по весу получаются 10 граммов. Цена комплекта 8,470. Замочки на любую мочку. Места много. Опять же, если нужны заглушечки сюда, напишите, чтобы я вам не забыла положить. Натуральные шикарные кианиты. Смотрите, какой отблеск. И колечко. Хороший размер, 21.
Вот такая у нас красота. Так, следующее колечко. Это у нас почеши пяточки. Опять же, ежик. Плотное большое кольцо. Здесь 18,5 грамм. Идет оно на 21 размер. Цена 3,380. Пробы на колечках все сзади. Вот такие здесь травяные кустики. И шикарный большой крупный ежик. Кто любит, кто собирает. Вот такая милота. Почеши пяточки. Очень классно смотрится. И это прям шедевр. Как люблю. Все необычные такие все изделия от Яспис. Мне, конечно, большевато, но кому-то, может быть, этот милый ежичек и приглянется. Так, немножко уйдем в такую страшилочку. Кто-то, может быть, тоже любит. Морда черепульки. Колечко называется «Гонец тьмы». В принципе, универсальное, как мужское, так и женское. Размерчик 22. По цене получается 2200. Тоже очень хорошо тут все сделано. Такая злобная черепушечка. Так, колечки с розовым кварцем. Смотрите. Кольцо красавица, розовый кварц, размер 22. Цена 2270. Натуральный розовый кварц, серебро с чернением. И хороший большой размерчик. Так, и еще одно с розовым кварцем. Высокое коктейльное колечко. Называется оно корона. Видите, в форме короны. Тоже с натуральным розовым кварцем. Камень здесь 15 на 20 миллиметров. Размер 20,5. По цене 2,350. Очень красиво, очень нежненько. Так, следующее. Это у нас подвесочка с натуральным агатом. Подвеска называется Канада. Тут просто из-за листика. Очень красивый агат. Смотрите, как на просвет. Со всех сторон. Сейчас сфокусирую. Натуральный агат. По весу получается 8,3 грамма. По цене 1200. Так, далее серьги. Маховой агат. Натуральные серьги красавица. Так, размерчик у нас получается, все, серьги, вес получается 13,6 по цене 5,520. Смотрите, замочки с небольшим занижением на любую мочку. Тут все подвижно. И агаты, сейчас покажу на просвет. Смотрите, никак не хочет на просвет. Вот, смотрите, какие агаты. Шикарные. Очень красиво. Так, далее комплектик с кораллом натуральным. Комплект нежнейший, называется перышко. Достаточно легкий. Натуральные кораллы и вот такое шикарное кружево. Кольцо в комплекте 18,5. Серьги по весу 7,6 граммов. Цена комплекта 4,580. Комплектиком отдаю.
Так, серьги с занижением на любую мочку. Тут все подвижно. Нежнейшее кружево. Колечко можно и, собственно, в другую сторону, как вам удобно. Так, еще агатовые серьги у меня есть. Тоже очень красивый агат. Прям ничего лишнего. Кусочки агата натурального. Замочек бублик на любую мочку. По весу 15,6 грамма. По цене 2,230. Подвижные. Вот такие агаты. Так, еще одно колечко. Натуральный коралл. Также кольцо красавица. Размерчик 20, цена 2730. Ярко, стильно. Очень красивые все эти комплекты. Красавицы, и колечки, и серьги. Вот такая красота у нас сегодня. Еще раз отсылаем в любую страну. Доставка Почты России с ДЭК Боксбери. Еще больше милых, стильных и необычных украшений от Яспис смотрите на нашей витрине. Дизайн действительно очень интересный. Ссылочки для заказа все есть внизу под видео. Вам спасибо, что смотрели. Всем пока-пока!